Меня зовут Дмитрий Столяров, я начальник отдела системного администрирования в банке ВТБ-24. Банк ВТБ-24 – один из крупнейших банков Российской Федерации. В основном он сосредоточен на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Сам банк имеет более 1000 офисов, которые расположены в 72 регионах нашей страны. У ВТБ-24 активно виртуализовывает свои приложения. Можно сказать, что промышленные приложения виртуализованы процентов на 50, а в части среды разработки и тестирования коэффициент виртуализации достигает 90%. До использования VIM в части резервного копирования мы использовали одинаковый подход как к виртуальным серверам, так и к физическим. В общем и целом это накладывает серьезные ограничения по скорости восстановления сервиса в случае такой необходимости. После внедрения решений VIM это ограничение у нас более не присутствует. VIM также позволяет в более краткие сроки восстановить доступность данных и приложений, что является крайне важным как для самого банка, так и для его клиентов. Высокая доступность данных, непрерывность бизнеса и высокая производительность крайне важны и должны обеспечиваться 365 дней в году, 24 часа в сутки. Простой в нашей работе недопустимы, потому что ведут не только к финансовым, но и к репутационным потерям. А для многих операций, как то, например, оплата услуг в банкомате, затягивание времени приводит просто к тайм-ауту и невозможности провести операцию. VIM помогает достигнуть целей, которые перед нами ставит бизнес, обеспечивая возможность как восстановления функционирования поврежденных систем, так и многого другого в режиме реального времени. Кроме того, решение VIM можно использовать для снижения рисков катастроф, обеспечивая репликацию данных на другую площадку, которая может быть достаточно географически удаленной от основной. Решения VIM достаточно часто помогают нам спасти ситуацию, когда происходит повреждение серверов или данных в результате обычных работ, обновлений или установок новых версий продуктов. Кроме того, продукты VIM одними из первых включают в себя поддержку новых версий программных продуктов других компаний, как то, например, VMware или Microsoft. Существует множество решений по резервному копированию. VIM Availability Suite позволяет обеспечить не только доступность данных, но и их управляемость. Все это вместе позволяет нам поддержать рост нашего банка и смотреть в будущее с оптимизмом.